Да, давайте резать, давайте что-то делать, что-то готовить. Посмотрите, мои яблоки не только порезали, но и очистили от кожуры. А все для чего, Руслан? А расскажи, что, вообще что мы готовим? Мы готовим соус. Зачем мы это делаем? Потому что Антон такой внимательный. Это пикниковый период. Этот рецепт прислали нам наши зрители. И вот один из них мы выбрали. Сейчас будем делать. Знаете, для соуса потребуются яблоки. Да. Чищенные яблоки. Чищенные яблоки, и мы их отправляем в чашу блендера. Но вот дальше начинается... Это же соус, поэтому интересное. Надо будет все измельчить, да. Конечно же. Мы выкладываем туда не только яблочки, но и, посмотрите, зубчики чеснока. Вот, слушайте, единственное, я не очень понимаю, как на глаз определить, это 100 грамм яблок или нет? Ну, это явно не 100 грамм. Меньше. Думаешь, больше? Мне кажется, больше. Мне кажется, меньше. Да? Вот это проблема. Нам нужны в студию весы. Хорошо. Друзья, если дома у кого-то из зрителей дома весы есть, принесите нам. Да. Кто рядом живет, может быть, водопьяного. Мы чеснок отправили, теперь смотрите, мы сюда... Это что такое? Воду. Просто это вода? Это просто вода. Подожди. Подожди, что? 100? Так, 100. Хорошо. Mm-hmm. Я рада, что у нас так, есть специалист. 100 грамм. Подождите. Мы... Mm-hmm. Все полностью мы. Нам подсказывают издалека люди, которые в этом все понимают. Небрежно так. А нет, думаешь, это... Большой сильно. Хорошо, но я лью воду. Давай издалека. Сможешь попасть? Ну нет, с едой не будем. Конечно. Лучше с водой. С водой не надо. Было бы куда интереснее. Так, итак, мы продолжаем. Мы все-таки льем. Вау! Ну я постаралась немного шоу добавить. Немного. Помогай мне, пожалуйста. Подожди, я хочу эффектно посолить. Давай. Но у нас еще петрушка, ребята, у нас же еще петрушка. А она потом, наверное, да? Я бы эффектно посолил. Так, все, соль мы добавили. Смог. Масло, подожди, а сколько масла? Я не знаю, попала вообще хоть одна солинка сюда. Я думаю, чуть-чуть. Что-то произойдет у вас сегодня, давайте скорее уже. Так, масло. Подожди, а когда давай, масло идем сейчас? По рецепту. Масло растительное, 2 столовые ложки. Что ты льешь-то? 2 столовые ложки. Зубчики, 3 зубчика, вода, соль, 1/3 чайной ложки. Ну, нормально. По соли это такое, всегда можно там поиграть пошло, немножечко. Масло пошло красиво. Слушайте, петрушка 70 грамм должно быть. Я не представляю, сколько это петрушки. Если яблок 100, то тут пучок петрушки должен быть бодрый. Да. Пахнет очень вкусно, тебе не кажется? Чем пахнет? Очень вкусно пахнет, да. Петрушкой мне пахнет. Просто можно оставить 2 листика, чтобы украсить. Давай вот этот красивый оставим. Вот эти оставим. Для красоты. Сверху в стакан. Ну что, мочим? Да. А это все, давайте тоже закинем. Блендерица. Так, давай только аккуратно, чтобы это все не разлетелось. Это же все чистое. Намыть просто вам пальцы. Так. Вам не кажется, что яблоки надо было... Не, нормально. Давай, просто поднажми. Вырезать твой блендер. Должен. А там режимы разные же есть. Пошло. Очень красиво. Прошел час. Это Антон разгоняется. Давай. Очень. Ну идет. Яблочный уничтожитель. Давай. Не погружной все-таки блендер. Да, наверное. Ну да, кстати, ты абсолютно прав, удобно, когда закрытая посуда. Я прикрою, братка. Но мы сможем и так. У нас и весов, знаешь, не было, но мы смогли, справились. Подожди, еще не готово ничего. Ну, пока а вы... тебе со стороны вот похоже уже на... Ну, так как? Застрял, на соус не очень. На соус пока не очень. Я думал, что соус должен быть более густой. Пока ребята занимаются тем, что ломают. Все стены вибрируют. Ломают нам кухонную нашу зону. Я бы хотел сказать, что за рецепт соуса мы благодарим Евгению Боровик. Евгений, спасибо. Спасибо большое за то, что участвовали. И участвуйте, и продолжайте. Еще есть возможность, друзья, все в наших социальных сетях. Заходите, посмотрите и продолжайте участвовать в пикниковом периоде. У нас там разные номинации. Еще маринад, безалкогольные напитки и закуски. Вот, поэтому, друзья, итак... Пойдемте посмотрим, что там. Пока нам не дается так. Яблоко и один зубчик чеснока. Ну, сейчас у нас до 9 же программа. Стой. А так, супер. Время есть. Видно, что ребята стараются. Ну, правда, это непросто. Да блендер не тот.
А соус насколько жидкий должен быть? Евгению бы спросить. Но Евгения не приехала. Оставила нас наедине с этим шедевром кулинарным. Ну, Евгения бы приехала, блендер привезла. Ну, красиво, а? Нужный. Ну вот, уже ближе к делу. Ну, похоже на соус, да, в целом. Красота. Ну, давайте попробуем. А что там? Там яблочно-петрушный вкус. Что, неожиданно? Неплохо. Да, ну вот мне тоже захотелось. Ну, чеснок, конечно, перебивает все. Много чеснока? Поменьше бы. Правда, очень интересно. Надо прям сосису какую-нибудь макнуть. Есть сосиса с собой? А что ж мы не подготовились? Никто не привез. Ну ладно. Соус да соус, вроде бы. Но из натуральных ингредиентов. Друзья, ну я еще раз напомню о том, что конкурс «Пятидневный период» продолжается. У нас еще маринады, безалкогольные напитки и закуски. И стимулом, возможно, мотивацией будет для вас подарки. Подарки у нас от компании «Мясничий». Давайте покажем. Вот у нас подарочки здесь. «Мясничий» — это органические продукты из Сибири. Это, посмотрите, это паштеты и готовые супы. Это топовая мясная консервация из мяса дичи по ресторанным рецептам. «Мясничий» — это что? Это 100% натуральные ингредиенты. А также есть мясо со знаком «Органик». Это таежные травы, специи, ягоды, грибы. Все без ГМО, без всяких ешек и усилителей вкуса. А длительный срок хранения достигается только за счет пастеризации и герметичности упаковки. Видите? «Мясничий» — это сытно, полезно и очень удобно. Поэтому мы говорим спасибо «Мясничему», и этот подарок может стать ваш, если вы будете участвовать в пикниковом периоде на ТВК.